Золотий дюк за кращий документальний фільм. Сергій Буковський за The Leading Role. Нагороджується Сергій Буковський за фільм «Головна роль». Запрошуємо переможців на сцену. Отже, Сергій Буковський та Ніна Антонова з фільмом «Головна роль». Я зазначу, що вони отримають золотого дюка та грошовий приз. Вітаємо! Встречайте первого победителя 8-го Одесского международного кинофестиваля на этой сцене. Ви не знаєте, як класно з нею зніматися в кіно, з пані Ніною. Це неймовірна партнерка. Я мала таке щастя. Давайте ще раз її аплодуємо. Вона не очікувала. Добрий вечір. Спасибо. Я благодарен всім тим, кому наш фільм прийшовся. Я знаю, как очень хорошо воспринимала его одесская аудитория, обычные зрители. Меня, к сожалению, на фестивале не было, но не рассказали. Вы знаете, я всего лишь подавал реплики из-за кадра. Мама не хотела выходить, говорила, она такая маленькая, меня никто не увидит. Мама маленькая, но мама невероятно сильный человек, сильный характер. И нужно было очень сильно постараться, чтобы этот характер испортить. Я надеюсь, мы его не испортили. Добрый вечер. Честно сказать, я не ожидал такого. Я много бы хотел сказать, но я буду... Мне говорят, короче, я буду коротко. Давным-давно, когда мне было 22 года, я приехала студентка в Одессу на киностудию и пробовала в фильме замечательного режиссера Марлена Куцива и сразу поняла, что я не пройду. Я горько плакала, и несчастней меня никого не было. Но прошли годы, мне уже не 22, а 82. И я была сегодня... Спасибо. Спасибо. Благодарю вас всех. Я сегодня хочу сказать вам, будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть процветает замечательный город Одесса, который я очень люблю. Дякуємо, пане Сергію, дякуємо, пані Ніно.